держать руку на пульсе, как говорится. И хронометраж в тексте. Ой, в тексте будем писать хронометраж. Что это такое? Для чего он нужен, Диана? Не знаю. Не знаешь? Когда тебе нужны будут какие-то моменты, поработать. Давайте окошко закроем. Давай. Итак, хронометраж. Для чего он, Диана? Если какое-то место, которое не получается, вот здесь идет таймер, да? Угу. Таймер. А-а-а. И ты пишешь минута 20. И ты, чтобы потом не гонять всю, ты сразу же раз включаешь и работаешь над этим местом, и работаешь над этим местом. Угу. Значит, что могу сразу сказать? Сразу могу сказать. Песня очень энергетическая, ты знаешь. Ты почувствовала, да, по тексту, какая она. Не хватило согласных первый раз, да, послушала вот тебе. Я не была на той войне, войне. Хорошие согласные, да? Я много книг о ней читала. Здесь главное, чтобы вот найти вот эту золотую середину. Если ты будешь передавливать их согласные, то это будет неорганично. Но они должны быть. Согласные здесь должны быть. Такая песня, что так поем. Пробуем еще разочек и будем сейчас останавливаться, да? Я не была на той войне. Что это что было? Это стоп. Было? Что это было? И я. Ну да, конечно. Я не была на той войне. Вот ты идешь. Я успокойся, во-первых. Я не была на той войне. Сделай здесь прямо вот, как будто по слогам. Можешь здесь. Здесь как раз. Я не была на той войне. Ну-ка попробуй. Я не была на той войне. А попроще еще разочек. Я не была на той войне. А сейчас попробуй не просто спеть, а вот тебя спросили. Девочка, а ты знаешь что-нибудь про Великую Отечественную войну? И ты отвечаешь. Я не была на той войне. Ответь. Я не была на той войне. Вот уже лучше. Понимаешь, это ответ. Это ответ всем. Я не была. Наше поколение, мы родились намного позже. Проще пошли. Проще выдумываешь что-то прямо там. Трагедия. Конечно. Передавливаешь эмоциями, передавливаешь. Они внутри, а здесь попроще на выходе. Я не была на той войне. Лучше. Я много книг о ней читала. Не стучи. И вижу словно в забытье ее безумное начало. Когда на вечер выпускной девчонки платья вышивали, но школьный вальс прощальный свой в военной форме танцевали. И закружила их война в своей жестокой колеснице, оставив только имена, оставив только жизни вырванной страницы. Так, значит, получается, на 18 секунде, вот здесь, оставив только имена, получается, 17 здесь секунда, и вот это место, оставив. Ты идешь куда? Здесь хорошо. Колесница! Хорошо, ты бросила туда. Оставив. Ты опять же сидишь на О. Нет, куда мы идем? Оставив только имена, то есть... оставив только имена из жизни вырванной страницы.
О, спрыгивай сразу. А то получается очень прямо так, знаешь, все. Сейчас еще разочек это место. Значит, мы находим 18-ю секунду. И пошли. 58-я. Минута. Минута 8. Минута 8. Пошла. Не-не-не, так ты спорь. Оставив, только идешь. Только идешь. Еще разочек. Минута, конечно, будет. И сокрушила их война в своей жестокой колеснице, оставив только имена, оставив только имена. Так, еще разочек, смотри, торопишься здесь. Смотри. Жестокой, хорошую жедой. Только... Хорошую жедой. Ох, хорошая должна быть здесь. Жестокой. Прямо она должна, она сразу уходишь с нее. Жестокой, ты идешь ко, о, не садишься на ж, как сейчас на с садилась. Жестокой, но ж, ты ее цепляешь очень хорошо. Жестокой колеснице, оставив только имена, оставив то, оставь. Вот эту а должна растянуть, ты ее не поешь. Петь. Оставив только имена. Пошли еще разочек. Девушки. Не танцевали. И закрушила их война в своей жестокой колеснице. Оставив только имена, оставив только молодец. Имена. Жизни вырванной страницы. Хорошо, еще разок это место. Оно очень важно. Смотри, ты, оставив только имена, имена ушла. Ушла, провалила это слово. По динамике только имена. Только чуть активнее. Но имена ты провалила. Не проваливай слово имена. Еще разочек. И закружила их война в своей жестокой колеснице, оставив только имена, оставив только имена и жизни вырванной страницы. Хорошо, молодец, но имена была интонация, гуляла, имена. Вот здесь пишу интонация. Ты сама услышала, нет? Оставив только и одно положение гортани. Вот оно. Оставив только и ты понимаешь? Да. Все, поменяла позицию, а она фальшивая сразу же. Пошли. Ой, еще разочек. Ты поняла? Не уходи из позиции. Еще раз, понимаешь, тебе негде, если ты из жизни, перед из жизни, вот здесь цезура, у тебя не хватит, понимаешь, мы работаем в динамике, у нас опора без дыхания не сможет сработать, ты не сделаешь те акценты, которые нужно, не получится, понимаешь, не получится, поэтому обязательно, фраза очень длинная, можешь здесь... Оставив только имена, оставив только имена из жизни. Здесь, если не хватает, только здесь. Но очень коротко. Но очень коротко. Пошли еще разочек это место. Сейчас. Колесница. Оставив только имена, оставив только имена из жизни вырванной страницы. Ну смотри, ну гуляет, гуляет пока еще, но ничего, дальше пошли. Спокойно, степенно, четко, мелодия есть? Я не была на той войне. Рано я и я все-таки.
о ней я слышала от деда. Смотри, Деночка, ты можешь здесь что делать? Так, пишем здесь хронометраж. Хронометраж сейчас поставим второго куплета. Значит, минута 30. Минута 30. Одна минута 30, чтобы у тебя был запас там 3 секунды. Ты можешь что сделать? Все-таки можно немножечко... Я не была на той войне, о ней я слышала от деда. Ты можешь... О ней я слышала от деда. Уходишь как бы в закрытый звук. О ней я слышала от деда. А то бы... О ней я слышала от деда. Можно, конечно, все сохранить ритмический рисунок, как написал Сергей, да, наш композитор замечательный. Поэтому ты здесь просто, ну, это придает драматургии песню, понимаешь, да? Ты же в какой-то момент там, ты что-то там делала, ты уже знаешь, как это. Да, можешь. Итак, минуту, ставим минуту 30, да? Минуточку 30 и пошли второй куплет. Разбег. Я не была на той войне. Ой, ты мне короткую эту я не могу. Смотри, та-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 та. Я не была на той войне. Ну нет, и я, ну нет. В самом конце ты готовишься. Зачем ты готовишься? Как будто ты не успеешь. Как будто ты не успеешь. Та-та-та-та-та-та-та. Я. Разные атаки. Вдох, я. Я. Ну почему я? Почему? Сама. Я. Ну только сейчас. Я не была. Я не была на той. Еще войне. Вдох и коротко побежала. Я не была. Ну вот же не было и сейчас. А сейчас смягчи эту я, а то она... Я прямо сильно громкая была. Я не была на той войне. Лучше, ну еще можно смягчить. Хорошо, ты поняла, сейчас не было и? Ну не было. Ой, извини, сейчас. Один. Пошли. Я не была на той войне. О ней я слышала от деда, когда молились в тишине о приближении победы. Не снимать? Нет, здесь не то. Ты рано поешь. Вот это, рано поешь. Рано начинаешь. Сама не поняла? Протянуть тишину. Здесь смотри. Не слышала деда, когда молились в тишине о приближении победы. Ты рано начинаешь, а ты о приближении опять. Рано, в тишине, вот здесь вот это вот, рано. Сделай правильно все, не накидывайся на это о приближении победы, накидываешься. Пошли еще разочек. Я не была на той войне. Проще, но четче. О ней я слышала от деда, когда молились в тишине о приближении победы. Хорошо. И не стояли за ценой. Хорошие согласные. Отчизну защищая. Видишь, рано. Отчизну защищая. Смотри. Отчизну защищая свято. Хорошее. Отчизну защищая. Куда мы идем? Защищая. Мы вот сюда идем. Значит, хорошее согласное. И сюда идем. Еще разочек.